Для ктырей характерна подвижная широкая голова с крупными глазами, явственно выемчатое темя с тремя простыми глазками, твердый торчащий вперед хоботок и длинные цепкие ноги, покрытые густыми щетинками и волосками. Добычу ктыри ловят в воздухе, на траве или на поверхности почвы. Питаются различными насекомыми и пауками. Ктырь-диадема распространен в степях и полупустынях на юге Западной Европы, на юге Русской равнины, на Кавказе, в Малой Азии, в Иране, в Средней Азии и в Казахстане. В Воронежской области известен из Новохоперского, Бобровского, Кантемировского, Павловского и Петропавловского районов. Охраняется в Белгородской области. Категория 3. Редкий вид. Ктырь-диадема – сравнительно крупные насекомые. Длина тела 16-26 мм. Размах крыльев до 37 мм. Голова короткая, широкая, подвижно причлененная к передней груди через тонкую шею. Глаза крупные, спереди уплощенные, почти полукруглые. Их внутренние края параллельные. Усики короткие, четырехчленниковые. Хоботок крепкий, сдавленный с боков. Его длина равна высоте головы. Длинные щетинки, лицевая борода, занимают большую часть лица. Грудь высокая. Брюшко у самца с семью, у самки с восемью видимыми сегментами. Ноги усажены крепкими щетинками. Передние голени продолжены в выступ с крючковидной толстой щетинкой на вершине. Самцы и самки отличаются по окраске. Самец весь черный, включая крылья. У самки тело черно-бурое. Четвертый, шестой тергиты посередине красноватые. Лицевая борода белая. Крылья светло-бурые. Лицо в густой серовато-желтой пыльце. Лоб и темя в редкой пыльце или черные, блестящие. Лоб по бокам и теменной бугорок у самца в черных, у самки в белых и черных волосках. Лицевая борозда белая, у самки и черная у самца. Усики черные. Их базальные членики в черных щетинках и волосках у самца и с примесью белых волосков у самки. Средняя спинка черная, в черных волосках. У самки с красными плечевыми бугорками и красноватыми закрыловыми бугорками. У самца все щетинки средней спинки черные и черные или желтовато-белые у самки. Щиток в редкой серой пыльце с шестью черными щетинками по заднему краю. Бок груди в редкой желтовато-серой пыльце. Ноги черные. У самцов в черных щетинках и волосках. Крылья самцов черно-бурые.
со светло-бурой вершиной и просветами вдоль середины ячеек. Крылья самки буровато-желтые, с более темным, чем у самцов, передним краем. Брюшко целиком черное, в коротких черных волосках. Тергиты самки со второго по пятый с пятном серой пыльцы по бокам. Четвертый, шестой или четвертый и пятый тергиты самки посередине красновато-желтые. Встречается на участках луговых, дерновинно-злаковых и кальцефитных степей. Взрослые ктыри летают в июле-августе. Полет быстрый, скользящий. Активны в дневное время на прогреваемых солнцем местах. Ловят на лету различных насекомых, включая перепончатокрылых и жуков. Личинки обитают в почве, где питаются преимущественно личинками чернотелок и щелкунов. Их развитие начинается в конце августа, сентябре и заканчивается после зимовки в июне. В течение года развивается одно поколение. Мухи держатся по берегам солоноватых водоемов, летают на небольшой высоте у уреза воды между галофитными и псаммофитными растениями. По способу питания хищники, основной добычей им служат мелкие двукрылые насекомые, часто роящиеся в прибрежной зоне. Изредка нападают на жалящих перепончатокрылых, в том числе на медоносную пчелу. Ктыри – семейство краткоусых двукрылых. Объединяет около 5500 видов хищных мух мировой фауны, распространенных преимущественно в сухих и жарких регионах. В Самарской области выявлено 54 вида из 22 родов. Возможно, здесь обитают около 60-65 видов. В России представлено не менее 230 видов данного семейства. Поэтому можно считать фауну ктырей в Самарской области достаточно богатой.